пьеса, рассказ. Мы даже не знаем, кому это больше надо. Нам или вам. Просто давайте сегодня поговорим. Поговорим о самом важном. Знаете, говорят, когда Бог хочет наказать человека, он забирает у него память. Это страшно. Страшно, когда человек не может вспомнить о своем прошлом. Но во сто раз страшнее, когда о своем прошлом забывает целый народ. Как странно звучит, будто из глубины веков Великая Отечественная война, 41-45 год, середина прошлого века. Стоит ли об этом вспоминать? Стоит ли писать об этом на месте? Разве мало нам боли в нашем 21 веке? Что мы знаем о той войне? Июнь 41-го фашистские самолеты бомбят столицу Украины, город Киев. Победы май 45-го усыпаны цветами поезда Великого Востока и везут домой героев, людей, победивших фашистов. И еще немного статистики. Погибло 20 миллионов человек. Вдумайтесь в эти цифры. 20 миллионов расстрелян, удушенных газовых камер, погибших на море, на суше, в небе. А сколько среди них было детей, невинных мальчишек и девчонок. Чудесно было для черного. Страшным словом – война. Эту пьесу мы посвящаем всем детям. Детям, которые навсегда остались детьми. Детям войны. Этот список бесконечен, а жизнь так коротка. Нельзя упрятать прошлого человека. Историю страны нельзя забыть. Год 41.